Дэвид, скажи людям привет. Привет! Привет-привет, люди из интернета. Да, это я, это я. Смотрите это до самого конца. Лайкайте и комментируйте. О чем я говорю вообще? Подписываться — это тоже делают? Отлично, это тоже сделайте. Я вообще не в курсе, что у вас там в интернете происходит. Мы в эфире? Мы в эфире? На Фейсбуке? Это Инстаграм. Или это MySpace? Точно MySpace. Извините, пожалуйста, он очень старый. А MySpace? MySpace еще... Блять! MySpace еще существует? Конечно нет. Ну, фактически да, но... Там больше никого нет, я понял. О, Дэвид! Чего? Какая у тебя идиотская прическа? Грубиян! Да, вот наша фоточка, все вместе. О, господи, на мне тот же пиджак, что и сейчас. Что самое шотландское мог сказать Капитан Америка из-за своего щита? Конец тебе, мужик! Хватайте его, мочите! Все его держите, а я буду бить! Танос, негодяй, а ну иди сюда! Я никогда не выходил на сцену после 2 стаканов пива. Весь зал перед глазами просто расплывается. Надеюсь, никто этого не увидит. Это же ужасно. Мне нравятся ваши отвертки. У каждого своя? Да, и его отвертка длиннее моей. У меня зеленая, у него синяя. У него еще вылезает и светится. Я бы сказал, встает. С глубочайшей верностью. Я... Вот видите? О боже мой! Вызывайте врача! Все, кто с вами общался, говорят, что вы очень приятный человек. Вы просто космос, так они говорят. Но вы часто играете роли психопатов и убийц. Что есть такого в вас, что вас утверждают на подобные роли? Да и вообще без понятия. Не думаю, что о чем-то стоит волноваться. Спасибо, что уложила меня. У меня есть маленький пес по имени Мартл. Понятно. Это маленький пушистый кокер-пудель. Повтори это еще раз медленно. Она даже, скорее всего, мини-кокер-пудель. Я, честно говоря, не знаю. Но она так рада, когда кто-нибудь приходит, что если ты ее погладишь, она обоссется. То есть твоя собака так сильно радуется, что аж писается. Она такая: «О боже, о, я так рада тебя видеть!» И когда я с ней гуляю... Люди подходят, чтобы погладить собаку. Это не... Это не эвфемизм. Они подходят, чтобы погладить пса. И ты ее опускаешь, и она... О боже, она обоссала штаны! Ее струя быстрее, чем ты. И люди опускают ее на землю, они все обоссанные. И я такой: извините, они... Да ничего! В душе у меня попросили автограф. Это было в один из моих походов в зал. Я был в этой... Ну, вот в этой кабинке для душа. И я стоял внутри и мыл свою голову, и был повернут к стене. Ну, потому что... Пытался хоть немного уединиться. И я, значит, мою голову, и кто-то трогает меня за плечо. Ну нет! То есть это уже неприемлемо. Не трогай меня, я, блин, голый! В душе! Спасибо, что вы сегодня с нами, я знаю, что вы больны. Да, у меня здесь медок и лимон. Я одной ногой в могиле. Кто-то из зала решил пошутить и назвал вас доктор Пот. Так что я повернулся и увидел голову мужика рядом с собой. И у него была бумажка. Чем я должен ее подписать? Налево, налево, давай, мы сделаем это. Я взял его ручку и кусок бумаги, который потихоньку намокал. Привет фанатам Marvel в Snapchat. Не знаю, что такое Snap или чат, но давайте чатить наши снапы. Я вижу, что он не понял, что это вообще неприемлемо, и подумал, лучше я ему подыграю. Я взял у него из рук все, что осталось от бумаги, и просто вот так вот... И отдал ему назад. Положи руки на руль, что ты делаешь? Это была почти смерть. Быстрее! Тебе весело? Вон туда... Нет, езжай вон туда, а я закрою глаза. Что я делаю на этой работе? Ой, он на меня смотрит. Подожди, это подвеска? Да, можешь надеть на шею. Так, стоп, стоп! Тебе понравилось? Я так повеселился.
Вот бы и я так мог. Видите? Когда он режет, оно не разваливается. Надо поучиться. Мне нужны уроки по нарезке. Итак, поехали. Да, небольшой ударчик рыбой. Прямиком по лицу. Мне было 16. Вот попроси 16-летку изменить имя. Да я бы мог быть кем угодно. Боджанглс Макдафф. Вот, посмотри на меня. Я чемпион по давке лимонов. Я их повелитель. А потом просто брошу его через плечо. Стивену вообще не нравятся эти сериалы. Его любимый доктор это... Мэтт Смит? Это было жестко. Твои волосы хлещут мне по лицу. И она подарила мне вот это. А это у нас... Это антистресс. Фанаты среагировали? Естественно. Они такие, что? Что это за чмошник? Не, ну кто это? Мне нравился предыдущий. Мне этот не нравится. Сериал для меня умер. Высру это в интернет. Отправить. Посмотри на это. Секси. Ты не расскажешь мне, кто тебе об этом сказал? Давай, твоя очередь. Я Фрэнки. Привет, Фрэнки. У меня вопрос к Дэвиду. Можно потрогать твои волосы? Потрогать волосы? Ты счастлива? О, да. Господи. Что происходит? Я рад, что все прошло хорошо. На ботинках, например, пишут твой размер. И это очень удобно. Но носки еще лучше, потому что на них пишут, какой сегодня день. Блин, я думал, это настоящий вид. Так он настоящий. Он настоящий. Ты что, охерел? О, извините. Если будет третий сезон, и вы оба выживете, вы сойдетесь, правда? Между вами много сексуального напряжения. Серьезно? Как тебе Дэвид Теннант в качестве злодея? О, это меня заводит. Вот это да. Я бы хотела, чтобы у меня были способности к телекинезу. Чтобы я могла... Я вообще-то этим владею. Ладно, тогда отключи мою зефирку. Окей. Мне кажется, она двинулась. Просто скажи, что ты делаешь. Я никому не расскажу. Я на MySpace. Что там за кругляшочки такие? Привет, Инстафейс! Здрасте! Привет, MySpace! Добро пожаловать в интернет! Это будущее! Ритвиты? Ритвиты? Не забывайте делать свайп вверх. О, какой-то свайп вверх! Что это такое? Я вижу, ты немного в шоке. Просто ты говоришь свайп вверх, и я такой... Свайп куда? Сделайте свайп вверх. О, да! И донатьте. Не забывайте. Инстаграм. Я сейчас в центре социальной сети. Я не знаю, что это такое. Не знаю, что это. Мне просто дали телефон, и я пытаюсь сделать все правильно. Дэвид, вас не смущают эмоджи? Они меня постоянно смущают. Кто-то подходит и говорит, запомни, эмоджи баклажана — это не просто баклажан. А я такой, правда? Мне продолжать? Ты потом отредактируешь? Да тут все надо вырезать. Я сдаюсь. Мне нравится вот это, как бы это назвать? Это песочный, темно-песочный. Обожаю. Ой, а носочки? Да, и желтые носки. Погодите, он же цвета говна. На старт. Внимание. Марш. Отвратительно. На, хавай.
Я же в костюме! Я очень рад, что я не застрял где-нибудь в пробке. Ну нет, это не доктор. Это Рик и Морти. Извините. Я как ребенок. У доктора два сердца. Да. Мы могли бы как-то... Билли Пайпер называет тебя подростком. Почему? Позвольте мне объяснить, как это работает. Не волнуйтесь. Спасибо, очень удобно. Хотела сказать, что мне нравится дочь доктора. Мне тоже. Через приложение на нашем сайте мы выбрали 6 человек, которые к нам присоединятся со всех уголков страны. Люди иногда странные вещи говорят. Это точно. Такие, о, я же с тобой вырос. Да-да, у меня тоже. Я тебя вообще не помню. О чем ты говоришь? Что они несут? Я вырос с тобой. Привет. Это мини-я. Я первый раз такое вижу. Смотрите, а тут собачка. Не ешь палку. Если хотите посмотреть, как я ем попкорн, валяйте. Серьезно, больше ничего не произойдет. Просто я и попкорн. Я не шучу. Хочу смотивировать вас на новые комментарии. Периодически я буду отбирать ваши странные, смешные, необычные комменты и вставлять их в свое видео. Например, вот такие. Конченая шлюха. Но очень красивая тварь. Мне прям интересно, что он может своим ртом и глазами. Кто-нибудь, отключите Штигли интернет, блять. Он такими темпами реально скоро откинется к хуям. Спасибо за труд, но пожалуйста, больше не надо. Теперь автор канала будет пиздеть без остановки. Нахуй отписка. Штигли. Собака — это не про тебя. Она нафига злая и громкая. Зато я охраняю хозяина, что, увы, не всегда. Когда кусаются те, кто лает, это физические законы нарушения идут. И нельзя тем делать свою словно-словно слово было оказано в тьме, на заре мысленного заката с сублимацией мыслей как потока. Ну, короче, вы поняли.